Так, друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей и подписчиков же. Я, как всегда, жму руку. В этом видео мы будем распаковывать вот такую посылку. По-моему, это сборная солянка. Там внутри, видимо, несколько посылок. В дескрипшене написано «Скутер Скейтборд». Оценено все в 9,84 доллара. Вот, тема здесь, наверное, электротранспорт. В общем-то, но, возможно, что-то будет и другое. Что ж, давайте сразу же после заставки канала распаковывать. Итак, а мы с вами начинаем распаковывать. Сначала разберемся, сколько у нас здесь посылок внутри. С этими сборными солянками всегда так. Непонятно, что там приходит. Так, посылка номер 1. Посылка номер 2. Посылка номер 3. Так, пока что это все. Для начала давайте разберемся с первой посылкой. В данный момент на экране вы видите описание данного лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Так, я же потихонечку распаковываю посылку. Сейчас тоже буду знать, что у нас здесь такое. Пока что для меня это еще сюрприз. Да здравствует сюрприз. Так. И это у нас с вами добрались до меня наборчики для крепления крыльев электросамоката Xiaomi. Черные, белые, только не горелые. Вот, мелочь, но на самом деле регулярно требуется. То есть многие у нас крылья ломают, вот, часто теряются и эти комплекты, ну и, соответственно, наборы требуются. Вот такая посылочка, здесь все, по-моему, стандартное, штатное, никаких сюрпризов не ожидаю. Следующая посылка у нас вот эта, в данный момент на экране вы видите описание данного лота. Стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Пока вы изучаете описание, я аккуратненько вскрываю данную посылку. И вижу, что мне пришла еще одна нашивочка с таким вот орлом. Впечатление заказчика о данном лоте будет в описании под видео. Обязательно загляните, все почитайте. Такая вот нашивочка интересная. Вот. Все, окей. Так, а у меня третья посылка. В данный момент на экране вы видите описание данного лота, стоимость рубля в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Вот у нас должны быть, наверное, защитные стекла, судя по корпусу. Так, так. Угу. Ну, в общем, стекла как стекла, все обычно. Вот, в описании лота вы видели, для какого это телефона. По-моему, это у нас для Xiaomi 6A. Как все приклеится, я чуть попозже в первом комментарии под видео отпишусь. Любые вопросы возникают, задавайте. В этом видео мы с вами распакуем две вот такие посылочки. Обе у нас, насколько я вижу из дескрипшена, это у нас запчасти для электросамокатов. Резину я уже распаковывал. В данный момент на экране вы видите описание данного лота, стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Здесь у нас покрышки. Две штуки для Xiaokata. Так. Стандартные совместимые покрышки. Гладенькая внутренняя часть. Все здорово. Достаточно такие твердые. Они ходят даже лучше, чем оригинальные покрышки. Абсолютно нормальная резина. Я уже приобретал. У этого продавца, соответственно, могу порекомендовать. Все ссылки будут, как всегда, в описании. Здесь никаких чудес не может быть. Так, мы с вами переходим ко второй посылке. Да, кстати, описание лота в данный момент вы видите на экране. Если что, вдруг. Стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Так, мы с вами открываем данную посылку. Смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас камеры. Покрышки были, камеры были. Все, здорово. Камеры эти у нас совместимые. Еще бывают CST, немножко подороже. Вот, здесь все нормально. Ну и давайте по традиции одну из них как минимум хотя бы накачаем, чтобы понять, что они у нас в порядке.
Ну, я с особыми проблемами с камерами не сталкивался. Единственный момент бывает, что вот этот элемент, он не совсем стандартный, и насос от Xiaomi не всегда может его накачать. Но это не наш случай, здесь все в порядке даже с этим элементом. Так, все супер, все ровненько, аккуратненько, никаких проблем не наблюдаем. Все идеально. Соответственно, оба лота я могу порекомендовать. Все ссылки будут в описании под видео. В этом видео мы с вами распакуем еще одну посылку, сборную солянку. Вот, никакой общей темы здесь, наверное, не будет. Watch Strap написано, но, по-моему, там внутри много посылок. Итак, мы с вами разбираемся, что у нас здесь пришло. Для начала разберемся, сколько посылок внутри данной сборной посылочки. Так, а их здесь очень много, я вижу. Гора просто посылок, гора. Не знаю, десяток как минимум. Все распаковываем, не задерживаемся. На экране вы видите описание лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Сделаем все быстро. Так, это у нас пришел фонарь, точнее корпус фонаря для электросамоката Xiaomi. Посылка номер раз, отлично. Двигаемся дальше. То же самое на экране описание лота со всеми характеристиками. Я же уже распаковываю посылку. Так, внутри вижу так называемую поддержку крыла заднего электросамоката Xiaomi. Две штуки. Черные они у нас. Уже неоднократно на канале видео с распаковками были, поэтому не останавливаясь и двигаемся сразу дальше. Следующая посылка. На экране вы видите описание лота. Стоимость рубля в долларах, время за которое посылка до меня добралась. Я же ее уже распаковываю. Так. Так. Это у нас более интересная посылка. Это у нас ремешок для часов. Вот, заказываю не для себя, поэтому ничего не могу сказать про него. Все впечатления заказчика будут в первом комментарии под видео. Туда переходим и читаем, изучаем. Ну, по-моему, пластиковый ремешок. Пластиковый такой милитари цвет. Супер, есть такой. Следующая посылка. На экране, как всегда, описание лота. Я же распаковываю. Так, не очень помню, что это такое. Значит, будет описание в первом комментарии под видео с впечатлениями заказчика, что такое, рабочее, нерабочее, понравилось ли, не понравилось. Я здесь останавливаться не буду, потому что мелочевка. Так, двигаемся дальше. Следующая посылка. Стоимость рубля в долларах, время, за которое посылка до меня добралась, все на экране. Вы там все видите. Так. Еще один ремешок для часов, плюс небольшой хабр, отлично. А тоже пластиковый, черный, очень тоненький. Ну так смотрится достаточно симпатично. Впечатления заказчика, все отзывы будут в первом комментарии под видео, переходите, изучайте. Все, с вами осилили все посылки данной сборной посылки. Любые вопросы, которые у вас остались после просмотра данного видео, оставляйте в комментарии под видео. Я же на сим не буду видео затягивать, я думаю, получилось оно достаточно коротким, несмотря на большое количество посылок, которые мы с вами распаковали. Я вас благодарю за просмотр видео до конца. В самом конце мне, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео являются международные площадки AliExpress, Tmall, Jabyest и Banggood. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, в описании к видео. Естественно, если вам видео понравилось, не забываем поставить лайк. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся. Нажимаем на колокольчик. Все, друзья, всем удачи, пока!